освещение выглядит так. Оно в 12. Не работает. Типа там один уровень освещения, тут в палатке другой. И вообще он никак нет. А с рейтрейсингом он... Он зря, он прямо красиво вот становится. Это я вижу, да. И отражения появились на этом, и этот. И со стримом лагает, пиздец. Ебать, просадка. Ой, блядь. Я еще на Твиче включил просто. Это из-за стрима на Твиче. Ебать, флеш нахуй просто. А так без этого? А со стримом будет? У меня без стрима было. Все 144 было. А так? Не, сейчас так нормально, нет, просто. Со стримом. Не, ну может быть. Не, ну 144 есть. Я не вижу разрыва в кадрах, поэтому нормально. Не, нормально. Короче. А ну красиво. На нахуй. Ты шупила, блядь. Коврики купить такие подстилки. Я бы, кстати, прошел бы чисто этот Ведьмак для того, чтобы пройти до эмиссии, блять, по сериалу и все, блять, и потом можешь не проходить, который в самом начале верить. Миссии по сериалу. Ну хуя мне еще этот сериал сюда добавляли, если сериал уже снимать не будут, блять. Не, они будут снимать сериал. Будут? Говорили, что не будут. Кавилл не будет снимать. Сниматься, да? Ну, а я бы тебя молодого Геральта просто буду делать. А, типа, другое вообще что-то? Угу. Бля, кстати, Phantom Liberty так-то скоро выйдет еще. Олег мне скидывал, что над следующими сезонами по Властелину колец будут работать те же типухи, что над Ведьмаком работали. Да, кстати, Amazon одобрил сериал по God of War. И человеки уже начали придумывать, что типа Кратос станет не белый, блядь, а черный, блядь. Кратос. Они, по-моему, кстати, хотят пригласить типа Батисту, да его Батисту, который в этом снимал Дракса, блядь, на роль Кратоса. Мне кажется, если они его пригласят, то будет охеренный каст. Потому что там подходит, блядь, по внешности даже персонаж. Возможно. О, у меня же Юи теперь в новых классных штанишках, блядь. Штанишки. Охуенно, я в твою группу пошел, блядь. Ну, ты, блядь, ты меня заебал уже с этим, нахуй. Я вообще не приложаю никогда, блядь, в жизни. И тут же приглашай, какой же уровень. Если ты хочешь выйти, то надо было, блядь, выходить, когда я, сука, вышел сам. Забежала ко мне в ванную, блядь, пока чистил зубы, стояла, смотрела, блядь, на меня. Забежал обратно в комнату и все, просится наружу. Хуй я тебя выпущу, пошел нахуй. Там Лука стоит под дверью с Крисом вместе, они ждут, что я там пожрать, блядь. Я вышел только в 4 часа ночи еще, блядь, они уже идут жрать, блядь, сюда. Не заебали эти коты по утрам, это просто пиздец. А когда я не сплю по утрам, точнее, когда я сплю утром, и вот эта вся хуйня начинается, даже, блядь, я просто готов им лапы все поломать. Хуем. Мне режим портят, что пиздец. Я про тебя, да, блядь, сучка, блядь. Коробку жрём, ну жри коробку. Блядь. Больше еды не проси. Как думаешь, что сегодня будет там в Беларуси? А что там такое? Ну, хулош, в Минск поехал, полетел. Что? Или сегодня полетит. Так, сейчас приду. Понял.
Так, я здесь. О, Гидеон опять. Угу. Это не мое, если что. Да-да-да. Как мне заебали эти рекламы, блядь, просто... Вот это вот левел 1, левел 100. И левел 1 подходит к левел 100 челику, и что-то бьет его, и ничего нет, а тот смеется такой, ха-ха-ха, и с одной тычки в ноте это defeated. И тут показывается, как ты этих двух челиков левел 1 соединяешь, становится левел 10, и можешь модки какие-то надеваешь, становится левел 100, блядь, с левел 1000, блядь, и бьет этого челика, стой, тву, победа, на весь экран такой, и скачайте нашу игру. Вот все нахуй игры, вот тут, блядь, все нахуй игры, которые сейчас делают, блядь, они вот так вот их рекламят. Как оно меня заебало уже. Одно и то же, блядь. Пойти левел 100 пиздануть с вот таким скинчиком или левел 100 пиздануть с таким скинчиком, блядь. Вот, блядь, игры одинаковые абсолютно, различаются только скинчики, блядь. Ну, заебало. Ну, блядь, ну пиздец. Меня это прямо раздражает, как, так же, как раздражали вот эти орущие ебало, блядь. Когда делали, каждая игра, это должно быть орущий ебал влево. Блять, это не сестра, не... это она поставила? Это не она поставила. Ты делаешь игру, если ты не делаешь орущий влево ебало на заставке, значит ты неправильную игру делаешь. Бля, какая нахуй медсестра? Ну, блядь, ну я ебал медсестру в рот. Когда его удалят нахуй из игры уже? Нет, скорее всего, никогда. Да, блядь, ёб твою мать, какое же у меня рассеянное внимание, блядь. Не могу попасть ёбаный скилл-чек, блядь. О, пиздата. Пошел спасать челика. Ты чё там? А. Бля, пойдем в эскейпист играть лучше, блядь. Реально, блядь. Сейчас она сейчас сюда прибежит. Блядь, она здесь, нахуй. Она прямо ебать, тут. Ебать, а что делать? А что делать-то, блядь? Не знаю, я в шкафчик залез. А. Я просто съебался. Ищет, ходит. Ломает генератор. Шкафчик открыла, сука, блядь. Опа! А из второго такой Ванечка вылазит. А-а-а. Уязвимости больше нет, поэтому, в принципе, похуй. Она как будто слабая какая-то, не? Чикс, не попала. Чикс, попала. Чикс попала. Я даже не успел среагировать, блядь. Надо было заранее отхаржать. Оп. Раскидала фанатизм. Она еще несет, тогда еще в стороны оборачивается, смотрит. Где там кто? Кто там где? Оказалось техничным Dota 2. Рейтинг игр объема оскорбления и меня. Ебать у меня эти пухи, блять, в этих штанах в жопу, блять, просто. Зависит на пол экрана у меня, блять. Хуя она быстро ходит. Со спринтом явно. Так, тот генератор ты не дочинил, да? Мы в комнате одиночно дочинили. Блять. Не понял, блядь.
снеговик на... На второй передаче, блин. Побежал. А еще этот. Еще легкое приземление работает. Здрасте. Почему она не юзает телепорты, блядь? Юзает? Я, блядь, спрятался за углом, она просто пешком идет, блядь. Если нахуй она меня заметит. Хуйню сделал, короче, надо было просто бежать. У меня тут харда не было, просто я боялся. Ёбаные медсёстры, блядь, когда же вы нахуй повыздохаете все уже? Что там под палеткой сидит, блядь, самый умный? Дай угадаю. Мама, блядь. Кто бы это еще мог быть? Блин, ты там голове... сидишь в домике там или что? В моей голове, блядь, пошло было быть по-другому. Как? Она меня не замечает. Я тебя спасаю. Замечали генератор. Хуёвый план. Зомби сестра стоит, интересно, или нет? Видимо, не стоит. Бля, тут почти дочинный генератор, слышь, надо будет вот... О, я снимаю. Идеально. Я дочиню. Точнее, угу. Мне нужна будет помощь, конечно. Или не нужна будет. Походу нужна. Да, нужна явно. Бля, какая-то шмара шалавья, блядь, проститутка. А ну сяду под плетку вроде. Говорят, работает. Бля, не работает, походу, да. Опять генератор чекать. Блять, у меня еще, сука, стойкость, блять. Ебать ты, раз, подруга, блять. Оп. Я тогда дочню. Ебать ты, конечно. Блять, надо было вперед кидать эту палетку, блять, или назад. Бля, сейчас фанатизм как ебнет, блять, ложки. Я убежал просто, чуть-чуть позже тебя сниму. Ну, повесь уже, блядь. Ну как удобно ей, блядь. Она открыла дверь, блядь, генератором. Она там вот уже мне повесила. Ебать. Прикольно. Да охуенно, я бы даже сказал. Прямо подо мной генератор есть. Ну там стенка. Ты будешь типа снимать. Да, снимай, я пойду чинить. Да еще типа хуй на тебе приходить.
Тут два генератора так-то. Блять, это же действие, привлекающее внимание, блядь. Не прохилите буху. Так, все одно себе вдруг не достанет. Угу. У него КД еще, да? Или нет? Нет, у меня на нас повесилось. Блять. Бля, ну мне краешком задело. Ты что, шмара? Нихуя она. Откуда она знала? Откуда она знала? Там аж так стоит. М? Там аж стоит перк Вескер. Может быть. Ну, скорее всего, так и есть, да, потому что она, когда меня несла, она постоянно крутилась, блядь, смотрела. Просто я думал, что она типа уже повесила вроде как, а я вроде уже ушел. Там еще, если выйдешь прямо и направо, там будет генератор, который, в принципе, не важно. Сука, да ёб твою мать! Медсестре похуй на все твои спринты, на твои палетки, блять, на все ей похуй. Хороший персонаж. О. Здорово, есть и нам, блять. Ну, кто-то писать пошел, блядь, уже шкрябы. Что-то кинули уже, ебанаты. А типуха вторая сейчас ляжет, прямо под первой. Он неплохо. Посмотрим. Да, охуенный персонаж. Просто, блядь, 10 из 10. Ну, смотри, как он умеет. Смотри, оп. Ну, и смотри, опа, сейчас к ней поебало, да? Хорошо. Снял с крючка. Оп, смотри, оп, вот так можно. Через стены вот так вот. Оп, просто. Телепортироваться. Оп, умеет. Сам себе доктор. Что за прикол? Сейчас на спринте, блядь, уползу, блядь. Давай. Бля, какая духота, сука. Я ненавижу вот эту часть игры, когда, блядь, все ползают. Вот эта уползла в угол карты, блядь, валяется. Этот уполз в угол, блядь, под генератор. Я трогаю генератор, отъебись от него. Хоть одного, блядь, нашли. Метрового генератора, блядь. Сука. Не дала потрогать ни генератора, блядь. Ну все, она ее убила, блядь. Ладно, похуй, гон, Экс, она это она ее пизнула и не понимает, блядь, она поковыляться будет, я не знаю. Я не вижу это худшее, блять, вот 6 в этой игре, это вот эта залупа, когда все валяются на полу.
Ой, это капля целая, ебать. Я до сих пор не понимаю, почему эту хуйню, блядь, эту часть игры не вырезали просто. Сколько? 3 месяца назад был этот бетка, или сколько? 2 месяца. Какого хуя? До сих пор, блядь, не добавили эту хуйню. Не море последнее, не блядь, встать самому. Что за говно? Блин, короче, пиздец как херово, поэтому я думаю, что сегодня я пропущу, блядь, занятия. Чтоб робота спаться, блядь. Как хочешь. Ебать, красивые какие. Я сейчас тоже возьму, блядь. У меня тоже есть, блядь. Горе-бэку взял. Гон. Так у меня обычная. А чё тут, блядь, адреналин? А что мне стрелы обычно? Блядь, через край возьму, я не знаю. Я не могу найти... А, вот на пролом. Ну, блядь, уже поздно. Гиберфанкина нахуй, поебальнику, блядь. У меня фиолетовая аптечка, блядь, перебейки. У меня желтенькая, но зеленым аддоном. Единственным, который был. Блядь, так пальтик на ноге опух. Не бывает такой хуйни, что ноготь вырастает, блядь, в палец, и оно болит, блядь, и ты не понимаешь, почему потом... А, блядь, ноготь ебаный. Блядь, она маленькая, по сравнению с Адой. Да, она и хрупкая, и более худенькая, блядь. Ну да. Форм, блядь, всего. Она... Ада такая, блядь, в пальто. О, Вескер ебаный. Охуенно. Ой, ебать. Помочь? Вескер не поможет мне? Нет, в этот раз Вескер тебе не поможет, он тебя убьет нахуй. А чё, будет что-то, блядь? Какой-то генератор какой-то? Ой, ебать, здорово, нахуй. А, я, а чё, я-то, всё, блядь? Ну, здорово. Потому что. Ай, блядь! Потому что здорово. Блядь, ты кукозябру свою убрал, блядь? Кукозябру из руки достал, чё ты хотел. Здорово. Давай там, удачи. Зачем ты мне мешаешь? Это самый мой нелюбимый Колвин. Из всех колвинов это самый худший. А нахуй тотем сначала там погладил, а потом там тотем. Тот этот сломали, блядь, или нет тотема. А тотем надо было просто хилище поставить и все. Я через край поставил. Через край на рэбэке выглядит, конечно, забавно. Не? Блять, я сейчас опять одну буду тут в обеске рыбять. Чё-то он по всем тычке раздал. Я в кукурузе чиню, который сам возле мейна, перед мейном. Самый, блядь, некрасивый. Самый уёбочный генератор из всех на этой карте. Открытый вообще, тут некуда, блядь, бежать особо, только он окно слева есть. У него квест, что ли? Дрочит и тайма. Возможно. Ну, в случае типуха неплохо бегает. Ебать. За что кидать девочку? Это за ней бежит. Я в бане чинить дальше. Бань тоже уебищный.
за что всех? Я тебя же не успею. Не успел предка за себя не бить. Я на Ребекке до хера играл, для себя чисто билд не меняется на ней. Ебать, у него рывок большой, блядь. Блядь, что я только что не делал? Бьет тебя шеф. Снеговичка, блядь, залез. Корочку встал, смотрит, блядь. Ой, ебать, еще и с этот крюк, блядь. Я попшикаю еще. Пусть идет, снимает. Блять, он в мейне. Я видел. Оп. Он просто там, он видел. Судя по музыке вот этой, как будто с боссом сражаешься, блять. Явно видел. Ой, не попал. Попал. Ебать, испугался, блядь. I'll see you dead. У меня такие смешные эти, блядь, фразочки. Ебать, круг исцеления, уход в тень. Ебать. I'll see you dead. Ага, прикольно. Вот это классно, ребятки, блядь. Топ, блядь, на месте, нахуй. Вот тотемчик, нахуй. Ебать, он два раза появился вообще как-то из неожиданно, из ниоткуда, блядь. Найди на травы, насобирай вот кукурузки, блядь. В сумке себя смешай, аптечка получится, блядь. Хорошо. Так, а где чинить? Вот тут можно починить. Вот тут починить. Бля, нихуя там аптечка, конечно, получилась, блядь, ебейшая, блядь. Да. Оп. Оп. Давай. Хуяк, хуяк. Ебать ты, конечно, блядь, просто маскировки мастер я, блядь. А я тут такой, хуяк, хуяк, обосрался Вескер, блядь. Давай, давай, давай. Ага, понял. На, Валечка улетел. Да во что меня, зачем меня об воздух бить? На, Валечка, тебе, блядь, поеблешь. Я ненавижу, когда бьют об воздух, блядь. Один Леончик профессионал на Ребекке, блядь. Это кто Леону так сказал? Я единственное не висел. Блядь, я же отыщу. Ой, блядь. Все, пизда. Не, не пизда. Решил нанести в подвал. Он решил в подвал меня не нести, он решил пипичку пососать. Он решил в подвал меня не нести, почему-то. Это ты? Да, это я. Куда включи меня, блядь, сучка. Не, иди нахуй, не лечи меня, у меня, блядь, три аптечки, блядь, три заряда. Иди делаем, займись лучше.
Вот ты какой, да, я думал, ты мне сундучок откроешь, блядь. Замедление — это худшее говно вообще, которое есть в этой игре. Блять, ненавижу замедление. Лучше быть слепым, глухим, блять, без террора, без нихуя, ну, блять, только не замедление. Так, тут неплохо, тут вроде есть. Нихуя вокруг. Хижина только, без палетки. Блять. Пробежала Ребекка, блядь, что смешного? Да я просто слышал террор, начал террор, думал, что ебать там пизда сейчас, блядь. У тебя что, нет такого, что если слышишь радио, это террор? Гоу, вот это еще починим. Я начал. Слышь, террор, вески рейд, типа, так похуй вообще. Найс, начал, конечно. Ладно, можешь всегда начать снова. Бля, подожди, у меня есть охуенная идея. Да иди, давай починим. Сейчас, подожди, не-не-не. Пожалуйста. Подожди, блядь. Блядь, там типуха уже сейчас умрет. Там типуха вторая сейчас умрет, еще Лео, блядь. Ой, иди ты нахуй. Ебанат, блядь, ты тупой. Все, иди в пизду, короче. Иди спать, блядь. Заебался. Я чувствую. Блять, ну мы проебали из-за тебя. Только что. Чего из-за меня там, блядь? Мы могли бы чинить с тобой, мы бы дочинили уже вот сейчас. Бежит ко мне. Удивительно, схуяли это вдруг. Ой, блять. Ну как обычно, блять. Это хуйня с трактором, блять. Ебучая, блять. Со снеговиком хуйня, блять. Ебучая. Там еще и рапшн. Ну, блядь, там пизда. Я тебя ненавижу, блядь. Я даже не вижу, где ты сдох. Меня, блядь. Ой, блядь, я ебал тебя в рот. Да ну тебя нахуй. Элюк пошел искать. Охуенно, блядь. Ну вы выиграть это, блядь. Легко вообще. Ты должен на снеговичке посидел, блядь? Да. Это охуенный скриншот получился. Охуенно. Ну, прикольно. Да конечно, блядь. Ебать, это что такое вылезло из шкафчика, блядь? Ой, блядь, иди нахуй. Все, иди спать.
пизду тебя. О, блядь. Охуенно, блядь. Хорош. Как он, блядь, только что не попал, блядь, меня с хуйней своей, блядь. Сука. Он с тостниковики посидел. Ебать, типичный, блядь, соло тиммейт, блядь. Нахуй я даже посидел, блядь. Да иди ты нахуй, блядь. Почему нахуй-то, блядь? Потому что иди нахуй. Почему? Ну ты проебал. В смысле я проебал, блядь? Ты проебал игру. В смысле я проебал игру, блядь? Ты проебал эту игру. Я каплю получил, блядь. По себе каплю получил. Нахуй иди. Ебать, на больше всех очков, пошел нахуй, иди, блядь. Иди нахуй. Потому что ты последний, блядь, остался живой. И что? Я починил два генератора, блядь. Мне похуй. Охуительно, блядь. Я два генератора целых зачинил, блядь. Или как может быть плохо, если я два генератора зачинил? Тук-тук-тук-тук. Мясная пушка. Хуй тебе в ушко. Пошел нахуй. О, мешать соске. Бля, как меня заебало. Все, вот 9 из 10 долбоёбов, блядь, это... Ой, это ебаное красное, это, блядь, дерево ебаное. Все, похуй, проебали. Не хочу, ну ты меня бесишь, блядь, ты урод, мне все настроение испортил, блядь. О, это, кстати... Твоя, блядь, ебало, блядь. Все, не буду с тобой шагать, блядь. Блядь. Охуенно, уебище прыгнуло, блядь, не попало и побежало дальше. О, она нюх на долбоеба, походу. Не попал? Блядь, он прыгает. Да прыг, блядь. Да какого хуя он так далеко упрыгивает, блядь, ебал в мать, блядь. Блядь, отца, блядь, это хуесоса, блядь. Уйдет уже шалава, ебаная.
попала, шлюха. Я нажал. Ой, в подвальчик. Вроде. Я ливну сразу отвечу. Блядь, иди-ка ты нахуй. Блять, и в этой шлюхе обрыганный рапшн стоит, блять. Кошка, съебись нахуй, заебала меня. Бля, охуенная карта, просто лес, блять, без нихуя. Без палеток, без ничего, блять. Подвал бежит. Сука. Ох, я умираю, иди щелю, блядь, этот сдох чел тоже. Ебал. Не хочу играть больше, нахуй отсюда. Охуеть, блядь. Угу.
Да ты заебала своим Витьком, блядь, меня нахуй. Охуеть, блядь. Стой, сука! На, поебри еще, блядь. Да иди ты нахуй, блядь, ну сука, почему такая, почему такой просто КД, блядь, секундный, нахуй, этого хуйни, блядь. Ты просто пиздец, блядь. Реально, почему у этой хуйни КД, блядь, просто секунду, блядь. А, прикольно. Блейдов Путин. Она вылетела. Желаю тебе до конца жизни вот этого. Нядя. До конца жизни, блядь, проклятие. Нядя.
защиты. Блядь, я никогда не вижу котов, блядь. Нядя. Блять! Заебал кричать, блядь? Я ему чуть только что, блядь, не убил его нахуй. Если бы сейчас позвоночник сломал бы, блядь, было бы охуенно. Ебанат тупой, блядь. Успокойся, брат. Ну хули он лезет, блядь, постоянно, он заебал меня уже. Это Майерс, блядь, с зеркалом, походу. А, не, не зеркало. Но это он ставил карту. Он стакает меня, это не зеркало. Я его выгоняю, блядь, закрываю дверь, он лезет, блядь, прилез, я ему, блядь, просто прижал его дверью пополам, блядь. Если бы с ней прижал, он бы нахуй сломалась в этом что-то. Ты бы здесь нервный, кстати? Конечно, нервный, потому что, блядь, у меня... Одну игру мне долбоёб проебал, блядь, вторую игру долбоёб взял, просто сдох специально. Коты ебаные, блядь, все утро мне не дают, блядь, нормально. Блять, существовать, блять. Заебали меня уже, блять, я их, ну я нахуй дам всех котов, блять, куда-то. Еще ебанаты, блять. Меня уже с утра, блять, все бесят. А ты попробуй зачилиться. Иди нахуй. То есть за Ребеккой погони, и Ребекка тут. Он стакает дальше. Не смотри на меня. Что, как-то долго стакает? Ага. Это не нравится, блядь. Они бесконечные. Угу. Спасете ее? Если сейчас я на него прям не выйду. Коль я прям на него, вышел, блядь. Тяпа-т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 япа. Все время за мной бежит. Угу, понял. Охуенно. Я расшлюхи твоей мамки, блядь. Стоит нахуй.
Он идет к генератору, говорит, чинит. Первым. Кто это, блядь? Блядь, надо чинить! Есть! На улице бы еще дочинить. Я там начал половину. Сука, блядь, до этого секунды прям оставалось, блядь. До палетки Заебал. Ребекка не снимет там? Она очень далеко. Пиздато, нас двоих звонят, тип. Кончилось одобрение. Бля, пизда. Бля, у Зарака пропала шлепана. Бля, я клянусь, я еще выкину нахуй коридор просто и все. И пусть она там, блядь, друг друга сожрут, мне уже похуй. Меня заебали, блядь. Ебаный, короче. Да, и затрейдился, блядь. Спасибо, что спасли.
Это легион. Нихуя себе. Тебя он тоже решил тебаться такой? Да, он меня даже не видел. Понял. Он, наверное, подумал, что я соло там сил не радрил. Он убил кого? А, будет. Блять. Понял. Бля, пизда, вот нахуй. Я без принта еще, блять. А, ты еще, блядь, так решил сделать, понял? Ебать, приколись, нахуй, я тебе отвечаю, блядь, черик. Я не успею. Столько два генератора дали, блядь. Ёбаный приколист, блядь. Если не успеваешь, лучше разводить пытаться. Сука, какой нахуй? Блять, миллисекунды мне не хватило дочинить ебаный генератор. Блять, ебаный. Вот хард переждал. Бля, я не хочу жить, блять. Меня не слышно, нахуй. Зал за рекорд. Генератор зачел потом. Бля, может ты нахуй пойдешь, нет? Пойдем. Пизда, ну Нептунусу, блядь. Он где-то в той части карты далеко, значит. Два генератора дали в той части карты, надо сейчас еще здесь два дать. Нихуй, мы бы писю дадим, блять, он вон там. Поебал он могу дать. Мочерики хилятся нахуй. Полезно. Тотемчики ебашат, блять. О, я вам тут не мешаю. Видимо, мешаю.
появится. А, вон он где. Давай, 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 давай. Я возле мейна сяду, чини, короче. Угу. У него инстадал, кстати. Да, я не понимаю, почему челики вот лутаются сразу. Почему не подождать? Не оставить там 99%. И не подождать, пока у него билка кончится. Я вообще перк на скорость ставил, блядь. Так, мой генератор не сломался, значит. Значит, где-то что-то еще чинили. Заметил РБ-ку и сразу к вам побежал. Это мой генератор был, блядь, взорван. На белке бежит, что ли, блядь? Сука. Реально на белке бежит. Иди нахуй, блядь, чел. Да как, блядь? Ебать, думает нахуй. Блядь, этот хард нажал. Кто-то прохилюсь. Кстати, если бы ты сейчас этот карту в лицо нажал, то я бы смог еще вырваться. Я думал, что он меня пиздит сразу. Как он не был. Я до генератора так уебищно стоит. Если честно. Бля, вот это тяжело сейчас зря делаешь максимально. А, ебать, не дал тычку-то, блядь. Дебил, блядь. Хорошо. Ха, лох, блядь. Позорный, блядь. Я чиню твой дальше. Дал тычку? Дал хард. Мне... Узрекорд. Он ко мне пришел. Иду-ка его подальше. Он бежит все еще за мной. На билке. Антон ебаный. Тут в углу чинили. Я извиняюсь, конечно. Не знал. Я думал, тот генератор починили уже, а тот починили. Вы тот чините свой? Я начал чинить, да, свой, продолжать. Он сломался? Угу. Он идет к вам или нет? Это типа он пошел. А он за мной пошел. У него бамбузл стоит и этот хартун пережидает. У него есть еще на аварийную кнопку КД пока. Какой хильчик, дочините, блядь. Я пытался не хилить, блядь, в этот момент. Бля, у меня тут 99. Не 99. А то мой генератор сломался.
Да, сюда идет. Уебок, блядь. Сука, конченый, блядь. Угу. Сука, блядь. Ебать, конченый дебил, блядь. Мать твою ебал, шлюху, блядь, дохлую. Next. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Фонарик решил взять? Угу. Я не вижу Костика. Ты знала это? Ай, блядь. Да ты сука. Ну ты сука. Да хорош. Она, блядь, обняла мою руку, блядь. Она сидит. Хуя когти, блядь. Сидит, просто сидит, сидит опять. Опять когти. Ну она меня, блядь, обхватила и не хочет уходить. Легла, блядь, тут. Ты можешь без когтей, пожалуйста. Ну я тебе что, я тебя, блядь, скажи, я тебя поебал убью, когда тебя глажу.
раз такой, что я тебе сижу, блядь, чухаю-чухаю, блядь, тебе. И хуяк ухо тебе отгрыз. Было? Чухаешь, ебать, ухо отгрыз. А нахуя ты меня царапаешь? Это не прикольно, это, блядь, неприятно, это больно. Охуенно, да, блядь. Охуенно. Анна? Ну, естественно, блядь. Бля, почему всегда, когда болото, это всегда Анна? Причем она не ставила карту. Я себе второй халат куплю, короче, буду два халата надевать. Сколько стоит? Ай. Да ты заебал. Иди нахуй. Там, иди нахуй. Чмо, блядь. Ай, ну хватит. Она сидит, лапки мнет, блядь. Об руку мне вместе с когтями. Ты можешь подушку это делать. Чего, блядь, 5 кусков нахуй? Всего фантазии, че ебали, блядь? 5 кусков сыра? Ага. Или колбаски? Бля, я поиграл бы, кстати, в седьмую. Семерку. Во что? Последнюю фантазию 7. Зачем? Она прикольная. Специально поставил, чтобы она мурчала? Угу. Я как она когти высунет, блядь, глазочек. Просто микрофон, блядь. Тебе, бзю, блядь, тебе нахуй в рот, в очко, блядь, в жопу, блядь. Так это и было в конце, блядь. Я его поставил. Ой, блядь, как я ненавижу этого хуесоса, блядь. Нихуя ты, блядь!
это ускоряющий, кстати, хуйня. О, челик красавчик, да сорвал. Бля, это последняя игра, серьезно, дебила, блядь, пошли, блядь. Ну, челик просто решил слиться, блядь. Охуенный пизнул, блядь, там целую толпушку, блядь. Надеюсь, не за один матч надо 5 раз ослепить. Челик бегает по летке, бросает. На Квентине Смите, блядь. Прикольно. Охуенно. Матч Люха, потому что у него его уронило головой в пол. Бля, через все балетки сломает, и хуй побегаешь, блядь. Ага. Блин, он так ускорился, пиздец. А я сниму. Блять, у сверстская сила у ебаната, блять. Эти челик палетки, блять, ходит, бросает, блять. Че он слепится, блять? Жопу показывает, сидит, блядь. Блядь, сука, последняя игра, блядь, серьезно. Не, нахуй, это предебилы пошли, блядь. Я все палетки разрушил, блядь. Блядь, ну все палетки разрушены, блядь, ну ебанат, блядь. Да, полиция есть, блядь. Да я его мать ебал, это просто вы, блядок, ебаные прыганы, блядь. Иисус. Блин, с этого не посмотреть, откуда он. Выблядок. А в стиме есть семерка? Почекай. Что? А в стиме есть семерка? Final Fantasy 7.
Final Fantasy 14 есть. Final Fantasy 7, вот. Crisis Core, подожди. Final Fantasy 7 Remake Inter... Интер что-то там должно быть, да. Есть. Сколько он стоил? Сейчас по скидке 45 евро. Без скидки 80. 80 евро? Ебать. Это что-то, понял, не какая-то там супер ультра, блядь, версия, это просто, блядь, обычная. Передо мной люк. Блять, какой же ебанат. Сука, блять, почему такие гандоны в эту игру играют? Я не понимаю, блять, эту хуйню, вот честно, блять. Давай, знаю. Блять. Давай, иди убивай меня, я не хочу, блять, играть честно, блять. Челик передо мной люк закрыл, а этот челик все палетки разрушил, блять. Все, если что, наигрался, то БДН и все. Я до игры не выиграл, блять. Все игры какой-то тут я взрывнил, не спите. Блять, я не вижу, зачем ты меня позвал это, блядь? Я бы сейчас Кисси спал бы себе, блядь, нормально. Кисси, блядь. Я бы сейчас проснулся, блядь, довольный с улыбкой и пошел бы играть в эскейпе с какой-то, блядь, или в резе. Сейчас что, недоволен? Иди нахуй. Понял. За что, блядь? Какой эти лампочки коллекционирую, ебаные? Какие? Красные, блядь, у меня 120 лампочек, куда мне их прицепить? Увеличить яркость фонарика на 50%, оно еще ярче станет или что? Скорость ослепления еще увеличивалась. Вообще охуенно.
Мышка, что это за звук? Ело сюда запрыгивает на комп и начинает. Оно все туда, блядь, сыпется, блядь. Сейчас у меня, блядь, коротнет там что-то, блядь, комп наебнется и все, охуенно. Поиграл, блядь, пожил. Может, следующую жизнь начинаем, блядь. Ой, да, и зашли пошкрябать, и загрести свою еду, правильно? Это же говно, а не еда, правильно? Это не ело только что. Давай, лапкой, да, хорошо, туда, туда, ага. Ну че, она дура тупая. Она считает наоборот. Что она считает? Что ты дура тупая. Я тебя, блядь, сейчас убью, блядь. За что, блядь? Что ты меня сегодня, блядь, взбесил? Что я сделал? Хуйней занимался. Какой? Первая игра была, пиздец. Первую игру проебать вот так вот, блядь, в тупую. И все, и блядь, и нахуй. И все по пизде дальше. Потому что ни одну игру не выиграл, блядь. Ни одной нахуй. В одной в следующий раз долбоеб сдох просто по приколу. Заебался играть. А ты палетки челик решил побегать покидать, блядь. Потому что, знаешь, у меня его мамка под столом сейчас находится, он типа мне отомстить решил. Просто не понимаю. Откуда он мог узнать? Я у нее телефон отобрал, ебал и разбил, чтобы она разговаривать не могла. Сын проститутки, блядь. Хуй ты лежешь, блядь. Этот в снеговичка залез, блядь, сидит, ебанат. Могли выиграть, могли втроем убежать, если что. Виноват именно. Втроем могли убежать. У тебя проф DSL был, блядь, и это пол генератора там было. Мы с тобой вдвоем, блядь, дочинили бы. Надо было снеговичка. Не, вот это. Вот это вот, блядь. Что? Вот это вот уебище, блядь. Что? Вот это, блядь, прям стоило того нахуй. Что? Снеговичка сесть, да. Вот, ради вот этой хуеты, блядь, всё. Мать, снеговичок. Я тебя ненавижу, блядь. Снеговичок на тракторе. Ты забавно же. Иди на пары, блядь. И спать пойдешь. Нет, тебе на пары надо. Да я не могу пойти на пары, я, блядь, сдохший, блядь. Можешь. Ну, это вот и хорошо, блядь, да, блядь. Сразу... Звони в эти, блядь. Кто? В ритуальные услуги, блядь. И рассказывай, какой ты тут сдохший, блядь. Снеговичка зато сосел. Ебанат. Да почему вижу, ебанат-то? Блядь. Почему я ебанат, скажи мне? Потому что ты игру проебал, блядь. И после этой игры все по пизде пошло. Ни одну, блядь, игру не выиграли. У меня настроение, блядь, хуёвое уже. Против Майерса ты меня не спас, пошел, блядь, пошел задний ворот открыл, еблан, блядь, пока типа выгнали из передних ворот, пошел задний открыл, съебался, сбил хуй на меня. Хотя я затрейдился, блядь, его снял, ебано. Ну да. Дебил, блядь. И спрашивают, а за что, почему я дебил? Ты, почему? Сука. Почему я сука? Заткнись, блядь. Пошел нахуй. Заткнись, блядь. Пошел нахуй. Заткнись, нахуй. Пошел нахуй. Тебя умоляю. Пошел нахуй. Замочи, блядь. Пошел нахуй. Скрыл руку. Пошел нахуй. Пожалуйста. Пошел нахуй. Не, пошел нахуй. Не, я буду инструменты здесь. Мне кажется, спать. Пошел нахуй. Не слишком охуенно. Пошел нахуй. И вот. Если какой-то дебил типа тебя, блядь, попадется, который, блядь, я снеговичок. Я могу сесть и сам с инструментами починить. Блядь, ну охуенная получилась тема. Я снял снеговичка, залез на трактор, сидел на тракторе. Посиди на бутылке.
Не знаю, как у тебя, я спас один раз. Мне кажется, охуенно. А почему ты такой гниломор, блядь? В смысле? В Warcraft есть гниломор, блядь, в этом, в Nexramus, блядь. А ты, и ты гниломор. Ты тоже гниломор, блядь. Почему? Что я сделал, блядь? За что мне такое наказание, блядь? Что я сделал? В том-то и дело, ты нихуя не сделал. Ну вот, значит, хотя мог сделать, блядь, много чего. Значит, надо не обзывать. Наоборот, надо тебя сильнее обзывать, чтобы ты в следующий раз что-то делал. Я ебать два генератора починил, и ты генератор соло починил. Ай, блядь, нихуя не сделал. И снял кучу челиков, тебя ебаната снял, блядь. Когда? Против Вайруса? Против Вайруса ты меня снял, может Нет, быть? Против Вескера тогда, блядь. А, тогда, а дальше чё? Что было дальше? Дальше я хотел, понял, что... Снял меня. Идея. Снял меня, сука. Снял меня. Я тебя снял. Я тебя снял, блядь. Спасибо, нахуй. Охуеть. Вот тебе деньги, вот тебе, блядь, ключи от квартиры, вот тебе, блядь. Кошка, блядь, вот, вот тебе, блядь, пароль от всех аккаунтов. Вот, вот тебе, давай, блядь, поебал еще сверху. Не, ну ты давай, отвечай за слово. Пиздуй на пары, блядь. Я сейчас скину стрим этот, блядь, твоему преподу, блядь. Ага, ага. Чтобы он услышал, что ты у него сидишь и в компьютер играешь, вместо того, чтобы поспать, блядь, и пойти на пары. И тебя, блядь, выгонят просто, и все, блядь. Ага, ага. И вот у тебя просто в никуда. Такой кончится, почему нахуй, блядь? Я все равно реально не зайду, блядь. Пошел в пизду, блядь. Пока ты письменные извинения, блядь, не напишешь, блядь, в Дискорде, я хуй. Я тебя сейчас ебало разобью, блядь, гвоздями, блядь. Там, блядь, 10 строчек мне нахрен было минимум. Уходи, блядь. Уйди. Уйди, тварь, блядь. 10 строчек. Уйди отсюда. Уйди, блядь. Блядь, я тебя вырву, блядь. Это говно опять загребает. О. И кушать. Хорошо. Да понял, да, 10 строчек, извини, это должно быть. Я тебе 10 строчек наебали, выжгу, блядь, паяльником. Я долбоёб, смотрите на меня, я долбоёб. Ой, блядь, у меня больно в головке. Больно, блядь? Угу. Больно, блядь? Стену ту дуру ебаную стоит, загребает. Дай под жопу. Его, блядь, кушать. Дай под жопу. Ты в туалете тоже загребаешь, а потом он кушать? А то, блядь, я опять возьму все в унитаз, выкину, блядь, и все. И пропадет добро. Дай я под жопу, не кажется. Блять, я тебя ненавижу, блять. Ой, блядь, так смешно, сука. Ой, блядь. Уходи, блядь, уже отсюда. Да вот что надо делать. В вуз иди. Извинения написать мне надо. Да, я понял. И кошки по жопе, блядь. Да, я понял. Понял, да, давай, жду тогда, короче, у тебя час есть на это. Я тебя ненавижу, урода. Я тебя убью. Хочу тебя убить. Ты, блядь, вот в следующий нахуй. В списке, блядь. А ты знать не в списке. Ты будешь сосать. Ты сдох, блядь. Все, иди спать, блядь. Да.
Я понял, что ты уебан. Все, иди. Нет, извини. Ты уебан, ты уебан. Извини, иди отсюда, блядь. Извинения написать. Уйди отсюда, нахуй. Все, хорошо, пошел нахуй ты тоже. Уйди, блядь. Тварь, блядь. Ты тварь ебаная. Уйди, блядь. Нахуй. Киломольт, блядь.